сказки добрались я. Здравствуйте, дорогие мои ребятки. Я дед Еремей. Я много знаю и о многом интересном вам сейчас поведаю. Богат наш народ русский православный пословицами мудрыми. Какую ни возьми, на все случаи жизни пригождается, да всю истину вещей показывает. И недаром поговорки и пословицы из уст в уста передаются многими поколениями, ибо в них многовековой опыт предков наших заключен. И вот сегодня я покажу вам сказку про одну из таких пословиц. Сказку добрую и поучительную. «Береженого Бог бережет». «Вы мои родные, любимые!» «Хэп-пти!» «Тише, тише, я нечаянно!» «Что-то рано нынче холода пришли!» «Хэп-пти!» «А нам еще ульи все надо покрасить!» «Деда, кажется, дождь начинается!» «Да будь он неладен!» «Хэп-пти!» «Побежали домой, а то промокнем!» Но холодный осенний дождь окончательно подкосил медведя, а с ним и Мишутка заболел. «О, пчелки мои родненькие!» «Бредит, температура-то ого-го!» «Ульи! Ульи!» «Чего он?» «Да за ульи свои переживает, не покрасил он их». «Так может это, помочь, так сказать, по-соседски?» «Ох, Василий, очень ты бы нас выручил». «Ну, давайте, что ли, подсоблю». «Вот, Потап уже все подготовил. Только на костюм надень. Пчелы ведь только Потапа подпускают». «Да ладно уж, как-нибудь разберусь с вашими пчелами». «Береженого Бог бережет. Надевай». «И как в этом ходить можно? Ого-го, ничего себе Потап ульев развел». «Эх, ладно, обещал так обещал». И принялся волк за покраску. Да вот только костюм защитный больно уж неудобный. «Ты, да я так и за неделю все не покрашу. Да ну его этот шлемофон. Вот, другое дело. Хап-чхи! Так, спокойно. Куда же я шлемофон-то дурацкий бросил? Эй-эй-эй, не собираюсь я трогать ваш мед. Апчхи! Остановитесь! Да что я вам сделал-то? Да отстаньте вы от меня, чудовища! А больно-то как! Василий! Василий, ты где? Живой? Ох! Кажись, живой! Ой, болит все! Апчхи! О-хо-хо-хо-хо! Так, давай-ка я тебя к Марфе Михайловне отведу. Так я же это... Ульи обещал ей покрасить. Отведу и вернусь, горе луковое, докрашу. Только ты это... Шлемофон надень обязательно. Зачем? Береженого Бог бережет. Я вот тоже думал, что незачем. Василий, Василий, я ж тебе говорила. Пчелки! Пчелки мои! Звери твои пчелки! Все, лежи, отдыхай. Прошу о тебе позаботиться. А вот и я. Задание выполнено. Ох, если бы не этот волшебный шлемофон! Белиссимо! Я бы сейчас таким же красавчиком, как и ты был. Эх, хорошая мысля приходит опосля. Ну, зато хоть болеть будет веселее. А русская пословица так и гласит: «Береженного Бог бережет». То есть опасности и неприятности избежит тот, кто осмотрителен и осторожен. Ведь осмотрительность в делах и поступках еще никому не помешала.
В особенности следует быть осмотрительным, если сделанную ошибку нельзя будет исправить. Вот такая вот история, ребятки. Мир вашему дому, и да храни вас Господь.